Nokia 5220. Замена полифонического динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 5220». Полифонический динамик частично или полностью выходит из строя по причине перегорания либо засора. В данном аппарате для создания объемного звучания находится два полифонических динамика. Так как замена происходит по одной схеме, рассмотрим замену полифонического динамика на примере одного из них. Пинцетом извлекаем динамик из корпуса телефона. При замене динамиков стоит учесть, что контакты динамика с обеих сторон имеют разные размеры. Новый динамик пинцетом устанавливаем в нишу. Все, динамик заменен.